Вопрос о том, о моей новой позиции и новой политике в Фейсбуке и в рекламе. Она может показаться вам несколько острой, неожиданной. Мы привыкли, что музыковеды, пианисты, учителя музыки, они такие немножко чопорные, такие вот у них всегда, ну, такой вот обкатанный язык, они там академически объясняют и все. Здесь программа спускается с небес на землю к простым смертным. Нам нужно объяснять простые истины, простые вещи. Больше расшаркиваться, раскланиваться и быть вежливой я не буду. Потому что 18 лет мы расшаркивались, мы раскланивались, мы говорили, мы доказывали, что мы не верблюды, а Васька слушает да кушает. Понимаете? То есть министерство Юрий Розум, даже не министерство, в Белый дом Юрий Розум приносит программу «Софт Моцарт». Сенатор распечатывает книгу, кладет на стол «Голодец». «Голодец» отправляется в Министерство культуры, а ей говорят: «Нет, у нас своя программа есть. Васька слушает да ест». Надо раз и навсегда решить, нотный стан – это система или набор. И вот от этого плясать. Если человек не видит, что это система, он дебил. Если он видит, что это система, но он говорит, что он этого не видит, он хитрожопый дебил. Понимаете, другого просто лексикона для таких людей нет. Они калечат, будут калечить и будут продолжать калечить наших детей. Это значит, что мы будем, раскланиваясь, расшаркиваясь с ними, мы будем продолжать вести себя, как будто не в наших руках правда, а в их, понимаете? Они сейчас берут, все берут силой, они берут массой. Они говорят, что у них за ними стоит традиция, не стоит за ними традиция. Традиция чтения нот стоит за Гвидо Ретинским, а Гвидо Ретинский создал ноты наглядные. Наглядные. Он пришел к Папе Римскому, и Папа Римский, не сходя с места, по всем источникам историческим, не сходя с места, прочел антифонарий. Ноты были наглядными, и в этом состоит традиция. Дальше, то, что произошло во времена Моцарта, это произошла катастрофа, которая привела нас к рэпу и к Бритни Спирс и к поющим трусам. Произошла катастрофа. И нам с этой катастрофой поклонами вежливыми не справиться.